Мы войну так не ведем. Это не свойственно русским. Очередной пир во время чумы устроили российские лицемеры. Так ядерный палач Сибири заговорил о том, что методы израильской армии русским попросту не свойственны. Наша страна ничего подобного тем картинкам, которые мы сейчас видим оттуда, не позволяет себе, не позволяла себе никогда. Как ты совершенно справедливо отметил, это не в коде нашего народа, не в коде нашего солдата, и слава Богу. И это одна из причин, почему мы, собственно говоря, так любим свою родину. В чем-то Симоньян трудно не согласиться. Какой там цахал, если русский солдат гораздо больше схож с террористами из Хамас, которые, огребая от честного противника, переключаются на террор и убийство мирных жителей, женщин, детей и стариков. Но как бы ни старалась Симоньян, до настоящего гуру лжи и лицемерия ей еще расти и расти. Хотите понять разницу между СВО и войной? Посмотрите, как сейчас израильская армия разносит, просто разносит сектор Газа, отключив от воды, электричества, всего. Методы, которые для нас были бы абсолютно неприемлемы. Мы так не ведем войну. Буча, Мариуполь, Бахмут и десятки других украинских городов, уничтоженных оккупантами – это все фейки. Убийство более чем полусотни людей на поминках в грозе – это дискредитация высокодуховной армии. А отключение света и воды в городах – настоящее варварство, до которого бравые русские никогда не опустятся. Я, кстати, не понимаю, почему в Киеве есть свет? Я не знаю, канализация, свет, вода. Я не понимаю это.